Полным ходом идет капитальный ремонт Лужского городского дома культуры. К завершению близится первый этап из трех. Но это не единственное учреждение культуры, которое будет отремонтировано в ближайшее время. Мы ежегодно что-то будем в Луге каждый год что-то строить, что-то вводить, что-то благоустраивать. И шаг за шагом комфортной жизни будем увеличивать. В этом году 14 миллионов бюджет Ленинградской области выделил на ремонт досугового центра в Тесово-4. Почти 29 миллионов получил Заклинский дом культуры. Ремонтируется ДК в Приозерном. Готовится проект реконструкции культурных центров в Скреблово и поселке Володарского. В планах продолжение капитальных ремонтов в домах культуры Ритюня и Оредежа. Идет подготовка к строительству нового дома культуры в Тарковичах. Он будет готов в 2021 году.